Друзья, приветствую, на связи Денис. В данном видеоролике я вам покажу конкретный пример, как я буду продавать свою криптовалюту и получать за нее фиатные деньги. Будь это гривны или рубли, в моем случае я буду получать гривну, поскольку я нахожусь в Украине, и буду использовать для этого банк Monobank. Это может быть абсолютно любой банк, условия и принцип остается точно такой же. Все это делать я буду через площадку Binance, торговую биржу, и через их платформу Binance P2P торговля. Это очень просто, поэтому давайте приступим, покажу, как все это работает. Первое, что нам необходимо сделать, это зайти в свой кошелек. Правый нижний угол, заходим в кошелек, и здесь вот вверху ищем раздел пополнения. Мы должны сначала перевести все свои деньги, всю свою криптовалюту, которую хотим продать, и за которую хотим получить фиатную валюту уже себе на карточку, в раздел для пополнения. Поэтому я нажимаю кнопку «Перевод». Далее я выбираю, что я перевожу из спотового кошелька на кошелек для пополнения, и после этого я выбираю валюту, которую я хочу перевести. В моем случае это будет тезер, и в моем случае я хочу продать сейчас 11 тезера, 11 USDT. Нажимаю 11, нажимаю кнопку «Подтвердить перевод». Перевод завершен, все прекрасно. Эти 11 долларов сейчас у меня на кошельке для пополнения. Возвращаюсь назад на главную и захожу в раздел P2P торговля. После этого я хочу продать, поэтому перехожу в раздел продать. И далее я должен найти себе покупателя или же продавца гривны, это уже как кому угодно. На что я должен обратить внимание? Конечно же, я должен обратить внимание на количество его сделок, на его рейтинг. Чем больше и того и другого, тем лучше. Ну и самое первое, я должен обратить внимание на лимиты, с которыми он работает. К примеру, вот самый первый у нас контрагент, или давайте вот возьмем второго, такой вот желтый, за Change Team. Есть галочка, что он про, у него 99% успешных сделок, 1770 сделок, все круто. Но у него лимит от 10 тысяч гривен. То есть мне это не подходит, я сейчас хочу продать 11 USDT, это там не более 300 гривен, мне это просто по лимитам не подходит. Поэтому я листаю ниже и, собственно говоря, ищу до того момента, пока я не найду необходимые мне условия и необходимый лимит конкретно в моем случае. Листаем ниже, 10 тысяч, вот есть 100 гривен. Называется это LightSwap, тоже есть галочка Pro, все отлично, 99%, 34 тысячи сделок, все прекрасно. Нажимаю кнопку «Продать», и я также вижу, что он работает у меня с монобанком, это важно. Здесь нажимаю кнопку «Все», и сразу же подтягивается моя карточка, и я вижу, сколько мне будет зачислено гривны. Мне будет зачислено 293 гривны 15 копеек. Если вы это делаете первый раз, то карточка ваша не подтянется, вам нужно будет ее привязать, ничего сложного, нажимаете «Привязать карту», далее следуете условиям, инструкциям, которые вам предлагают, и, собственно говоря, вводите данные своей карточки и ее привязываете. У меня все это привязано, поэтому я нажимаю кнопку «Продать USDT», и, в принципе, все. Сейчас у меня откроется P2P ордер, новое окно, и мне остается только ждать. Мы видим, что у нас есть чат, можем нажать на чат, и видим, что переводы выполняются автоматически. То есть это еще какая-то там роботизированная система, и если мне перевод не поступит, то я должен буду написать сюда в чат, что условно там прошло 10 минут, нету перевода, пожалуйста, посмотрите, что подключился оператор. Если нет, я просто жду. Сейчас мне остается просто ждать, чтобы мои деньги зачислились мне на карточку. Все. Ни в коем случае ничего больше не нажимать. После того, как мои деньги зачислятся мне на карточку, я буду 100% в этом уверен. Итак, прошло буквально несколько минут, я вижу, что мне уже пришла смс о том, что мой P2P ордер исполнен, и самое главное, деньги уже зачислены на мою карту. То есть даже если вам приходит смс, не спешите нажимать вот эту желтую кнопку «Платеж получен», пока вы физически и фактически не получите ваши деньги на вашу банковскую карту. После того, как вы их получили, вы в этом уверены, сумма совпадает, все совпадает, окей, вы подтверждаете сделку. Нажимаете желтую кнопку «Платеж получен», нажимаете здесь галочку, нажимаете кнопку «Подтвердить». После этого нужно ввести код или по смс-ке, или через Google Аутентификатор, в принципе, чем я сейчас и займусь. Заходим в Google Аутентификатор, копируем код с Binance и вставляем его вот сюда. Нажимаем «Отправить» и все. Теперь мы успешно завершили нашу P2P сделку, мы продали нашему агенту 11 USDT, а получили гривны на свою карту. Можем нажать ему позитивный отзыв и нажать кнопку «Готово». Друзья, вот такая вот была у меня информация сегодня. Если был полезен, ставьте лайк этому видеоролику. С вами, как всегда, был Денис. Всем пока-пока. Зарабатывайте.